Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Прям сплю. Данил, что такое? Я рассказываю уже, снимаю. Я спала, а Данил мне принес такой сюрприз. Угадайте, что это? А, ну вы уже знаете, что это. Кольцевала. Данил, ну прекрати, ну это что-то... Люди же смотрят. Давай, распаковывай. Не, я же один принёс. Там было двое. Вот это сюрприз с утра. Так я сижу под стол с утра, играю, мне хрена себе уведомление приходит, что ваши лапы достали. Она должна была в понедельник быть вечером, а пришла в субботу утром. Я даже расскажу, в связи с чем мы ее взяли. На, потай, держи. Давай. О, made in China. Made in China мне подал мужчина. Сейчас 90% всего это made in China. Отзывы на нее хорошие вроде. Отзывы? В курсе, что тебе надо опять сходить подстричься? 20 лайков реально. Господи. Стригу столько за лайки. Вообще рассказываю историю приобретения сего девайса. Короче говоря, интересовал меня конкретно штатив, ну, тренога, чтобы вот ставить и снимать дома что-нибудь. Потому что мы как два бабуина, любим поскакать по квартире, побеситься, поиграться. И кто же знал, что хлипкий китайский пластик не выдержит столкновения с ягодицами Данила. Короче говоря, скакали как два бабуина, доскакались, я тут что-то намутила, намудрила, она у меня держалась на честном слове, это селфи-палка или что это, тренога, и отслужила свое. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Пошла я искать новый штатив. А они все по стоимости, как практически вот эти селфи-лампы на Озоне. Ну, докинуть рублей 300-400, и можно купить селфи-лампу вот эту. Поэтому было принято решение заказать с Озона лампу, чем покупать вот подобную такую треногу селфи-палку. И причем лампа-то вот эта, она откручивается, и остается обычный штатив, который мне как раз-таки иногда бывает нужен. Поэтому вот, не было бы счастья, да несчастье помогло. Доброе утро, девчонки! Что я готовлю себе на завтрак? Сегодня пытаюсь день прожить по ПП. Блин, посудомойка. Заметь, я помыл посуду с утра. Спасибо. Ну не ты, а посудомойка? Начнем с этого. Я же забыл на посудомойку. О, молодец. Хвала небесам. В общем, сегодня день пробую прожить на своем так называемом ПП. Я размораживаю стручковую фасоль. Сейчас я просто отварю. Отварила яйцо и консервированный тунец. Тунец должен быть в собственном соку. Он в собственном соку, не в масле ни в коем случае. И буду делать из этого салатик. Заправлю это все сметанкой. Посмотрим, что из этого выйдет. Какие ли люди? Ой, давай посядем поудобнее. Вот так вот посядем. Всем привет! Это Вишня. Это канал Хасочки ЮКБ. Это Вишня Лайф. Замок в Геленджике чей это? Мой замок. И не только в Геленджике. Все замки мои, все будочки мои. Все, выключай, не издевайся лучше. Прости. Ну что, как вы уже поняли, у меня появилась новая игрушка. Мы тут всей семьей дружно ее испытываем. Мне нравится. Какие новости, друзья мои? Мы решились на прививку от ковида, но это не в ближайшее время, потому что на ближайшие 2 недели у нас в Екатеринбурге нет свободных вакцин. Как произошло так, что мы все-таки решились поставить прививку? Мы решили не умереть! Эй! Ну, почти. В общем, дело вообще началось с моих зубов. Я решила заняться своими зубами, сходить в стоматологию. Но чтобы это мне сделать по полюсу, мне нужно было из той поликлиники, куда я хожу по месту жительства, получить направление.
Какое направление, если там нет стоматолога, я до сих пор не поняла. Я так порешила, что, скорее всего, от терапевта. Сидеть в очереди с людьми, которые пришли к терапевту за своими прямыми потребностями, то есть это вероятность подцепить ковид, ну, процентов 50, скажем так. Чего мне крайне не хотелось. А заняться своими зубами я все-таки хочу. И уже как бы морально на это настроена. И в связи с этим мы решили, что... А почему бы нет, если и да, поставить прививку. И только после этого я начну заниматься своей голливудской улыбкой. То есть, чтобы мне получить направление и посидеть в очереди у терапевта, не переживая за дальнейшие последствия из этой очереди болеющих людей, нужно прокачать скиллы. Вот такие вот дела. Мы сейчас собираемся и идем гуленьки. Я сегодня решила, как вы уже поняли, попробовать немножко питаться ПП. Как оно мне зайдет или не зайдет. И я уже сижу и понимаю, что хочу пирожок из Макдональдса. Но по расчету калорий он как бы вписывается в мою дневную норму калоража, поэтому я позволю себе сегодня такую радость. Почему нет? Почему нет, когда да? Сейчас поставила размораживаться горбушу, а на вечер у меня будет горбуша с тушеными овощами. И такие дела. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Пишите, кстати, как вам моя лампа, лучше, хуже. Давайте поиграемся со светом. Поменьше сделаем освещение. Так вот более естественно, да? Ну-ка я очи-очи сниму. Нормалды. Тут еще есть холодный свет. Где он? Сейчас я попробую. Ой, теплый свет. Вот он, теплый свет. Поярче. Прям холодный. А почему я на нем не снимала? Блин, без очков нифига не уну. Почему я на нем не снимала? Нормально же? Холодный свет красивый такой. Да, вот надо его зафиксировать. И какой еще? Ну такой. Что-то я запуталась уже. Ладно. Пишите, как вам моя лампа. Надо сделать пару селфи в Инстаграм с ней. Данил, надо помазать. На улице, короче, стали рассыпать какие-то реагенты, но их всю зиму рассыпали. И у вишни лапки начали загрубевать и трескаться. Корочки там какие-то появляются, да? Будем мазать? Будешь мазать? Данил, прекрати издеваться над собакой. Пойдёшь мне? Свет включи. Опять для парня. Что это? Ты куда мою шапку скидываешь? Моя шапка, ты же знаешь. Давай, вишня, по твоему размеру подкатаю, давай. Чё, он издевается над тобой? Ей вообще не нравится до него. Ты чего легла-то? Вишня, гулять собираемся, чего улеглась-то? Привет. В кипаре пойдёшь моему? Покажитесь. Ну, покажись маме. Всё, не издевайся над ребенком. Да, ей вообще не нравится, она не в восторге. Юрий Никулин, или это? Господи, лапы мажь. И пойдем. Так, а мы по традиции уже в свой выходной день берем вишню и идем в зеленую рощу. Традиция? Ну, вообще-то да. Нет, мы каждый раз, когда выходной, идем, берем ее и идем гулять. Ну, вообще, ну, а потом тем же маршрутом идем через Макдональдс. Мы стараемся быть хорошими хозяевами. Мы же хорошие люди. Хорошие люди что делают? Брат, кто тебя назвал хорошим? Сам себя хорошим не назовешь, никто не назовет. Я сказал, мы хорошие люди, но хорошие люди будут идеальными. Слушай, ты мне портишь всю эту концепцию. Я хотела сказать, какие мы молодцы. Мы активные. Мы не молодцы, мы души говна. Вот как вот с этим человеком, а? Хочется создать себе образ такой всей активной молодой девушки. А он идет и всю правду матку на корню рубит. Тебя кто просил? Чего? Какую Белоснежку? Уже сплю допоздна. Да не, я сплю допоздна, потому что у меня сейчас... А кем я называю себя и вишну? Я откуда знаю? Я еще не сказал. А, вы два гнома. Ты Белоснежка, а мы два гнома. Ворчун и Хохотун. Хохотун. Вот, угадай, кто есть кто. Я объясню, почему я сейчас сплю допоздна. Во-первых, я закрыла все долги по учебе. Я закрываю вовремя дедлайны по практике. Я молодец.
Не, на самом деле ты не спишь допоздна, я так посчитал, у тебя на самом деле график очень неплохой по времени. Я знаю, что у меня неплохой, я работать успеваю, учиться успеваю. Ты засыпаешь в 3 ночи, потому что что ты... Я сейчас играю в Ведьмака, да, поэтому я засыпаю поздно. Я не против этого, все нормально. Ты считаешь, что это 12, то есть ты спишь примерно 6-7 часов за день. Это нормально, считается в идеале 8 часов. Я пройду Ведьмака, я буду налаживать график, сейчас я пока не могу это себе позволить. Я себе поставила цель пройти эту игру. Скатываюсь для мамы по шапке. Мама, сейчас минус 21. Ощущается, как полная жопа ощущается. Да тебе это не в контексте. Серьезно, пожалуйста. Устала уже. Как таракан вездесущий, блин. Все. А что я говорила? Шапка, шапка. Обычно, когда такой ветер, меня не спасает ни одна шапка. Я надеваю капюшон и обматываю шарфом. Сейчас я иду в этой шапке, мне ничего не задувает, все хорошо. Мне тепло. Мама, спасибо. Это было для тебя отчет. Ай, привет. Ага. А зачем отпустил? Пусть, блядь. Иди сюда, ко мне подойди. Молодец, моя зайка. Ага, шиш там. Ну зачем ты в нее кидаешь? У тебя какой костюм крутой! Какой у тебя костюм крутой, да? Костюм у тебя крутой! Ты поиграться хочешь зайти? Привет, красавец! Такой классный ты, ну иди, иди, иди. Дороги ведут в Рим. В нашей семье все дороги ведут в Макдак. Так, взяли что там? Латте, он сказал, с пипочкой вот здесь. Ага. А без пипочки мой капучино. Так у него без пипочки. А что ты заказал-то, я не посмотрела. Один латте, один капучино, 2 пирожка и 2 чизбургера. Все, понятно. Жирная жопа, привет. А, вот латте. Латте с пипочкой, да. Вот она. А без пипочки моя. Да. Последнее время что-то начало баловаться вот такими вот замороженными овощами из Мираторга. Посмотрим, что будет у нас вот это сатэ. Что оно из себя представляет? Первый раз взяла, попробую, расскажу. У меня тушеная рыбка сегодня и вот такое сатэ. Но это только мне на одну харю. Данил не будет такое есть. Ну, внешний вид, если честно, удручает. Не, ну будет перчика болгарского побольше, перчик. Перчик болгарский, баклажан, цукини. Какая-то другая мне смесь у них нравилась, было вкуснее и пахнет луком, хотя, по-моему... А лук есть. Прям жестко пахнет луком. Обычно, если в блюде есть болгарский перчик, он выходит на первый план. Ну, сейчас попробую. Ну, короче, сейчас он будет подастся. Смотрю я на эту печальную картину и вспоминаю мамины баклажанчики запеченные с помидоркой да под сырным соусом. Ой, под сырным соусом, под сырной корочкой. Блин, аж слюни текут. Представляю вкусные мамины баклажанчики, а есть буду вот это вот. Вот это вот. Даже собака ушла. Вы понимаете, это говорит о том, что даже собака вот это выпрашивать не хочет. Еще что хотела бы вам добавить. Короче говоря, тут написано обжаривать в течение 3 минут. Это в раке, потому что обжаривать нужно гораздо больше. За 3 минуты лук, он не становится прозрачным в этой смеси. И он будет хрустеть у вас и чувствоваться. Я обжаривала до того момента, как лук у меня пока не стал прозрачным. Вот, 3 минуты это очень мало тут указано в инструкции. Ну, сейчас вот закрыла крышкой, тушу. Вроде запахи пока приемлемые. Пахнет уже приятней.
Ну что, вот так выглядит мой сегодняшний ужин. Я надеюсь, что это диетическая еда. Вот. Красивая или нет, судите сами. Тем, кто кушает, приятного аппетита. И на этом я с вами и попрощаюсь. Всем пока.